Приветствую подписчиков моего канала. Ну вот, я пыталась сделать трансляцию, но что-то не пошло. Что-то с интернетом здесь на даче не рассчитала. В общем, перезаписываю видео, потому что мимо проходить нельзя. Вот смотрите, какой кустик. Внешне похожий на что? На шиповник. Но на самом деле это не шиповник. Это, угадайте, что? Угадайте. Раз, два, три. Если вы угадали, значит, вы знали. А если не угадали, я вам скажу. Это айва. Айва цветет так красиво. Вот такие цветочки, похожие на шиповник. Они розовенькие, нежно-нежно розовенькие. Вот, это айва небольшая. Я не знаю, в прошлом году она цвела или нет, но здесь не было плодов. Вот пчелки. Как они работают здесь. Вот здесь еще прилетал шмель, летал. Ну, ему что-то не понравилось. Потому что, видно, пчелки уже собрали основное количество. Вот пчелкам очень нравится. Ну еще бы. Такие, ну, понюхать интересно, как же они пахнут. Ну, лично я не чувствую. Ну, вот сама айва, она, конечно, очень душистая. Она очень приятно пахнет. Душистая такая, если в комнате стоит айва. Где-то запах такой на всю комнату. Плоды очень полезные. Очень много витаминов, минералов. Но она отличается своей терпкостью. Поэтому просто так не покушаешь ее. Небольшими кусочками или до заморозков там первых. Она тогда немножечко вот мягче становится. Ну, лучше, конечно, не рисковать, а собрать и положить где-то там на балконе или где-то там на шкаф, чтобы она дозрела, чтобы мороз не прихватил, потому что если будут какие-то повреждения, она сразу начинает портиться. А так она вообще такая крепенькая. Ну вот вмятинки сразу идет там порча. В общем, есть такая такое легенда или предположение, что Ева давала яблоко Адаму, но это было не яблоко, а на самом деле это была его. Ну, какая-то пчела интересная, но это не пчела, какая-то мохнатая. Ну, конечно, не пчела, это, наверное, маленький какой-то шмель был. Потому что пчелки гладенькие, у них тельце гладенькое такое. Это уж шмеля мохнатый. Ну, как Дима там. Вот-вот-вот он летает там. Вот. Сейчас я попробую показать, если вы увидите. Если будет видно. Ага, он внутри, он хитрый. Вот он. Не, ну это, конечно, не шмель. Но что-то такое мохнатое. Не так глубоко лезет. Так прямо уверенно. Что-то такое. Ну, может быть, и маленький шмель. Ну, кто его знает? Может, не видно? Вот. В общем, кто хочет, тот и ест этот нектар. Кто раньше успеет, тот больше собьет. Вот эти я видала. Вот такие вот пчелка одна залезала. Вот такой не распустившийся, но еще чуть-чуть осталось. И он, а она прямо пролезает вот туда, вовнутрь. Чтоб, ну, наверное, ж успеть с самой первой, чтобы забрать весь нектар.
Вот, вот этот, видно, только распустился, такой розовенький, приоткрытый чуть-чуть. Ну вот. Птички уже начинают петь. Так, это что там, комар жужжит над ухом уже? Уже комарьё начинает. Ну вот, еще хочу показать абрикосы. Видите, абрикосы, очень такая картинка плачевная. Мало того, что цвета особо не было, но а листья вообще нет. Почему, непонятно. Приморозилось, наверное, вот так вот. Все. Так, еще вот это молодая айва, да? А есть еще более такая старая айва, старое дерево. Оно не старое, но уже такое взрослое, можно сказать. Но там эти цветочки наверху. Сейчас мы пойдем посмотрим. Они наверху, и вот так вот красиво к ним не подступишься, не посмотришь. Особенно интересно, как пчелки ж, конечно, собирают. Но здесь обозрение, конечно, очень хорошее. Вот они какие красивые, эти цветочки. Некоторые раскрылись уже полностью. Как красиво. Чапа уже с полканом гавкают. Хотят, чтобы к ним пришли в гости. Почки не распустившиеся. Такие розовенькие, такие остренькие. Ну, такое вот. А там еще есть яблонька такая одна. Я ее не снимала. Она так сейчас цветет хорошо. Красиво. Я хочу туда еще добраться сегодня. В лучах уходящего солнца. Вот мы снимаем такую красоту. Так, сейчас пойдем быстренько снимем еще ту айву. Вот. Все. Так вот, крупным, крупным, крупным. Один красивее другого просто.